Окей. Господи, у меня в штанах мои розовые волосы. Ребята, представляете, что я говорю? Hey, forget to set my nickname as my Twitch. Ха-ха. Ryan. Ха-ха. Ха-ха. Хо-хо. Ryan, who are you? What was your nickname on Twitch? It's cool that you have registered on our Black Bat TV. Now I read your messages in the first way, because Black Bat is private, is the leading site, so let's get acquainted. It's my friend Olya. Hi. Now she's going to play Overwatch. Overwatch. So, ребята, мальчишки и девчонки, ну чего, мы вернулись. Привет, народ! Олька с Overwatch'ем. Yeah. Я тут с чашечкой чая. Весь день хотела в него поиграть. Едешь такая, думаешь, блин, Overwatch. Быстрее. Отжала у меня Mortal Kombat, я такая сижу, прости. Такая думаю, вот, она мне стучится, говорит, Алиса, Overwatch. Я говорю, ну, Оль, пожалуйста, она. Я говорю, нет, Overwatch. Ой. Давай выключим кондей. Да, окей, а то у нас тут слишком холодно, сейчас вернусь. Я пока выберу себе игрока. Слушай, давай фару, мне кажется, ей легче играть. Да. Да-да-да? Конечно. Я и без фары. Ты без фары? RC Gump, what happened? There were no guys in chat, and I understood that I am not interested for you anymore, and... went away, and then my friend Ola said, okay, come on, let's go Overwatch. Let's go. Together. Now I'm chilling here. Let's chill Ola with me. She's playing a blue team. She plays Pharah. Or no, she isn't playing Pharah right now. It's someone else. Okay. I need народ, to... как вы? Появитесь, как ваше настроение? Давайте пацаны, с вами общаться. Пацаны, девчонки. Пацаны, девчонки, пацаны. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ла-ла-ла-ла. У нас тут такая музыкальная минутка с Ольгой. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту. Кстати, смотри, у тебя розовый цвет волос, да. А у меня темный. И у обеих каре. И обеих, вот слушай. Вообще, да. Просто роковые. Роковая прическа. Дедок прикольный. Да, я знаю. Но мы берем девчонку с татуировкой под фара. Глазом. Фара. Фара. Пум-пум-пум. Ребята, ух! Где вы? Ну, понеслась. Ай, вот, знаешь, для меня самое сложное время, это вот пока не началась вот эта бойня. Потому что идешь, ага. Вроде бы никого нет, да, спокойно, да. Потом раз и все. Queen waiting for you, so clip party. I want to remind you that when private messages on our Black Bat TV will be available, I'll write you. Maybe. Блин. If I will be in a good mood, I'll talk to you to your email, but I don't know in what mood I will be. So let's keep in touch. See, watch our streams. It's my friend Olya. Hi. Let's get acquainted. It's Clip Party. Nice to meet you, Clip Party. He registered on our Black Bat TV 2 times. You're very cool boy. He's very cool boy because he forgotten the password from the first account. And then he decided, okay, new account for Black Bat. Yeah. Ну что, ребятки? Загрузка. Это такой наш рингтон. Ребята, сегодня музыкальный стрим. Чика-чика. Оля, чарующий голос, давайте вы как-то все подпоете. Чика-чика. Может быть, если Оля будет в хорошем настроении, она споет какую-нибудь песню, если вы захотите. Да.
На любом языке. Сбор команды. Ну что, ребята? Давайте, я хочу хорошую команду. Хорошую. Ну смотри, вон там у тебя есть. Я вижу. Зомис. 7, 6, 5, 4. Вот у нас самый читаемый ник вообще. Мужики реально. Со мной одни, да. Black Bad TV я вижу сразу. Это точно, потому что остальные какие-то, блин. Что за ники? Да кошмар. Все системы в норме. Ну, все давай. Системы в норме. Guys, it's Twitch. It's Twitch right now. Two beautiful girls sitting here. One is playing Overwatch. Another is chilling here. We want your messages. We want your attention. We want your support. Because it's really frightening game. And... Будем крыться. And I feel nervous. Because the fight is starting right now. Слушай, ну я смотрю, слышишь? А я смотрю, no. Настрой у команды такой, лихой. Лихой, еще не все, открыли. Они вот уже, да, он бьет, долбится в эту дверь. Он знает, что еще 9 секунд, но все равно... Долбится, я поддержу его. Давай. Поддержу быстрее. Его в этой игре. А тебе не надо перезаряжать, вот все нормально. Сейчас, не веснулась, я все знаю. Ну, поехали. Поехали. Вперед. Давайте, парни! Парни! Давайте, мать! Слушай, это розовая, жирная, такая, не знаю, страшная. Где ты, тварь? Господи! Цель устранена! Все в порядке, я просто... Идем дальше. На! Скотина! Пожалуйста! Он идет за мной! Нет, не хочу! Так, все, окей. На, сдохни! Это нечестно. Блин, я реально столько раз в него стреляла. Капец. Говнюк. Капец. Вы переживаете за Олю так же? Да кошмар, я сама переживаю за себя. Нервная игра. Что за кошмар? Ну я тебя сейчас найду, тварь. Hi, Stafford. Hi again. How is Bulgaria right now? I remember everything. That's my friend Olya. Now she's playing Overwatch. Yeah. What do you think about this game? Hi everyone. She's very strong fighter. Oh. Now have a time while wait. Здоровье. Okay. You are waiting for us, Clip Party. Nah. Клип-пари. Вообще с первого удара. Поехали. Ну-ка. Такие прикольные. Понял, выполняю. На. Кошмар. Что? Вот какая мочилова. Мочила, меня от нее еще укачивает. Она же камера идет туда-сюда. Да, есть такая, такое. Думаю, сейчас меня замутит. Так, сопровождаем груз. Ребята. Сопровождаем груз. I want to remind you that Oli is playing Overwatch. She feels nervous, I feel nervous. And don't forget to follow our channel. Also, we have different accounts on Instagram, Facebook, Twitter. Века, so if you wanna contact us. Блин. Вот стой. Бля. Оля is dead right now, but she has a new attempt and I hope that she will be winner. Я не сдаюсь. It's a bit cold now. В Болгарии сейчас немного холодно. Метеосводки есть. It's a little bit cold, so I hope that in summer it's very hot, so that now you have a little bit rest from shining sun. Yes? How ask I'm waiting your mail? На! Вот так тебе. I know that you're waiting for my mail. Clip party.
I'll write to you. Really? Do you believe me? Do you believe a girl with pink hair? And what do you want to do with me? Whoa. When I write to you? Yeah. What do you want to do with me? Это with звучит me? Очень, yeah. очень страстно. Мы уже давно знакомы. Ах, да, да, да. Да, 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 осторожно, опасно. Е, сдохни. Ну все, пацан, XXS, смотри, у него размер маечки, наверное, такой, XXS. Пацан. Ну, где вы все? Так, чуть-чуть. Слушай, осталось, он, чуть-чуть. Он говорит, что приближается груз, а где этот груз, я не вижу. Нет, он там, внизу. Так, подзарядились, о, отлично, подлечились. Ну? Да ладно! Оля is the winner, Оля is the winner. Who is the winner? Чика-чика. Лучший момент, смотри, давай. Но это не твой лучший момент, блин, но это наш не мой. Герой, наш герой. Ой, смотри, он прям ножом, что ли, ее? Слушай, это какой-то такой, как меч. Ой, самурай такой. Джих-джих-джих. Джих-джих. Огонь. I said that the Ola will be the winner, so she is the winner. Ребята. Yes, sir. We need your support, we want to win again. So, guys. Следующий матч через... Who is with Оля, please send pluses in chat. Yeah. We will understand that you are with us. What's the server name that you are in now? We are playing as a Black Bat TV player. So, the... Вот нравится она мне, такая болтушка. Sir Anaglin. So why are you so silent? You give us a plus that you are with Оля, with me, but you didn't write anything in chat. Why? Let's get acquainted. My name is Алиса, it's Оля. So, let's have fun together. Or it's private. What is private? Я сегодня опять выиграл, опять выбрал Фару. Мочу ей. Ну, потому что ты уже привыкла к ней, Оля. Она тоже такая темненькая, такая же, как такая, и я. Такая, да, ты бы прической, да, решила выбрать? Кореглазая. Понятно, все понятно. Да-да-да. Oh, it's девочки private. Такие, девочки. In private we have only our site, which is called Black Bat TV, and messengers on this site we read in the first way. So, if you can... Get registered on our Black Bat TV, then your messages will be read without any queue. What do you think about it? Staffo. I believe you, Alice. Анальгин, по-русски она тоже умеет. Да-да-да, Сира, Алис, можно по-русски? Все, ты из Питера. Ты питерский парень. Все, блядь, я думаю, что можешь даже остановиться ради питерского парня. Да. Оля, все, не смотри туда. Оля стоит, ждет. Ура, смотрите. Я вижу, да. Русский язык русский в этом язык. Чате, все, это приятно. Сира Нальгин, мы активизировались именно ради тебя. Вот это пауза, потому что ты русский пацан. Понимаешь, мы же говорим по-английски не потому, что типа мы прям так конечно. Хотим говорить по-английски, а потому что ребята по-английски говорят, вот и все. Все, ну, я думаю, можно идти. Поехали дальше. Ура! Идем. 3, 2, 1. Сира Нальгин. Я должна защищать объект. Видишь, вот этот объект, я должна его защищать. Вот этот вот. Вот эту вот пушку. Ага. Ну, что это? Понятно. Я должна его защищать. Окей. Сейчас. Я так поняла, сами из Питера. Нет, ты неправильно понял. Свои люди в теме. Ну, слушай, мы русские люди, вообще, в принципе, все время в теме. Вот, я даже пнула Олю случайно. Такая, вот. Анальгин, расскажи вообще, как там у вас погодка сейчас? Cold Strange, кто это? Это моя подруга Оля, а это Алиса, и мы are playing. Понимаете, мы are playing, как говорится, да, у нас по-русски. Мы уже играем замочила Overwatch. Одного. Да, слушай, очень красивый вот такой готический. Не говори. Коридор. Не я бы там пофоткалась, наверное. Я бы тебя пофоткала бы в нем. Ой, все. Знаю, как ты меня фоткал. Ты бы такая, ой, я сейчас, не, я не тебе правда, сейчас фоткал, и тут покемон побежал, ты такая, ага. Да-да-да, ребята. Угу. Так, нет, я в Overwatch не играю, я в основном танки GTA. Понятно, то есть ты просто на нас подписан. Ай-яй-яй-яй. И такой вот
Ну, раз девчонки прикольные, можно... Можно их тусить, да? Или как? Или ты ждешь, когда мы будем играть в танки или в GTA? Сыграю, не волнуйся. Так что вот. Hi, FIFA. Nice sisters. He thinks that we look like sisters. Ah. It's because of our, yeah. our sure. haircuts. Uh-huh. Our haircuts are like we're sisters. I mean, how can I play against you guys? Засранцы. A private match. Stuff I don't know how does it work, because here online there is a team gathered, and there are a lot of guys playing Overwatch right now, so I don't know how you can get into team with me or against me. If you have a PlayStation 4, I think вон они, я их вижу. We can make something with it. I just don't know how this идут. Все. Да, я знаю, кто ты. Мила Йович из пятого элемента. Я про девочку рядом с тобой. Если ты сказала Cool Scratch, что это Оля. Это Оля. Клипари, I see your faces. So, please tell me, Клипари, what we will do together. I need some information. So, where are you from? How old are you? I understand that I don't know anything. Please give me some information and then I'll think it over. What's name girl with black hair? It's Оля. It's Оля, she... Yes, she can speak English, but she is keen on the game and it's very difficult to speak and to shoot the guys. So, you can, if you have some questions to Оля... Блин, мы все мочим его! I can read them, and Оля will answer them immediately. Later. Okay, later, так later. Оля Лукойл, что значит Оля Лукойл? Насчет девчонок согласен, а погодка сейчас нормит. С утра был дождь, а сейчас солнце. Слушай, прикольно. О, поздравляем тебя. Прикольно. Знаешь, это как Питер, как Лондон, мне кажется. Да, мне тоже так кажется. Я была там пару раз. Романтически. То есть, ну, да. Вообще, я ни разу не была в Лондоне, но... Я не про Лондон, я про Питер. Я была там действительно такие, блин, дожди иногда бывают. Оля такая, я была в Питере, я говорю, блин, я так хочу поехать в Лондон. Хорошо друг друга понимаем. Оля. Оля. Тут пацан спросил, как тебя зовут, и тут я тебе ответила, там уже чуваки стали отвечать, что это Оля. Короче, знаешь, что тут тебя ждали. Но у меня просто очень простое имя, там всего лишь 3 буквы. Клипари, Азербайджан, so fucking. So, Азербайджан, it's really cool place. Sometimes I never been there. Maybe sometime I'll go. I'm too. I'm never been there. Оля статус do not disturb. Типа Оля в статусе не беспокоит. You're right. Какое солнце, уже ночь. Ну, Cool Scratch, тут у тебя ночь, у кого-то солнце. Завидуем и тем. Да. У кого-то вечер, у кого-то Overwatch. Смотрите, у нас тут солнышко, очень хорошая погода. Вообще, еще такие, знаешь, дизайн такой. Да, экшен. Ну. Да. Оля is the winner again. Ребята, у нас сегодня просто сезон победителя. Блин, опять не мой лучший момент матча. Ну что такое? Смотри, у него какие яйца летающие. Не увидела. Он такой, сейчас он будет кидать яйца, смотри, вон. Вижу, да. Короче, его показали, у него там вокруг были яйца. Ну, он так сделал. Намасте. Вот так вот. Намасте. What you drink, Alice? I drink tea. Hot tea, but now it is cold tea, but I prefer hot. Something happens with my language. Воу, смотри, у тебя 8 убийств. Прикол? Еще бы. Такая бегаешь. Дышь. И воздух, понимаешь?
понимаете, ребята? Просто вот я, знаешь, такая Лара Крофт. Расхитительница. Угу. Угу. Убийца. Хуже, чем Лондон. Там даже в течение дня не ясно, что с погодой будет. Видишь, это, видимо, ты про Питер говоришь, угу, да? Анальгин. На английском 4. Минус 4. Алиска, это я сказала. Насчет не беспокоить. Так я видел, что ты сказал. Я просто сказала это Оле. Да. А то как бы do not disturb. А это как подтвердила. Бы наш русский парень сказал. Типа. В каком Оле режиме? Overwatch, да-да-да. Оля is shy, I think. No, you're mistaken. Oh, you mistake. Оля isn't a shy girl. I am a shy girl with when Оля is near me. Yeah, it's so, but now she's playing and that's why you maybe. Ну, ребят, пока у меня 18, 19, 17, 16, вот 15 секунд, давай. У меня просто нет времени что-то говорить, рассуждать, но вот рядом с нами сидит Алиса, она мне все передает, краем уха я ее слышу, поэтому буду стараться, да, в течение игры на какие-то вопросы отвечать. Вот-вот, все, давай. Оля приготовилась к обороне. А пока, вы знаете, у меня есть такая цель, я хочу, чтобы мой игрок стал лучшим за игру. И чтобы показали этот конечно, момент, что это ты. Конечно, всем, чтобы все видели, что BlackBet TV. Оля, я с тобой. Все, рулит. Держу кулачки, да. А что Оля так мало общается? Стесняется? Ну, чи ее, Алиса? Call strange. Я тебе, знаешь, я здесь сейчас открою секрет. Когда ты очень сильно сосредоточен, очень сложно вообще говорить, реально. Вот, если ты играешь хорошо, то тебе очень сложно еще и болтать при этом. Вот-вот, может быть, мы с Олькой поменяемся, может быть, я сыграю, может быть, мы сыграем во что-то другое. Я просто боюсь, что я не смогу так хорошо на английском общаться, как это делаешь ты. Ну, вот поэтому мы вот так вот сейчас сидим, да. Я перевожу тебе что-то, ты доказываешь, что нет, вы я, конечно, просто не так своей игрой. Могу, да, и умею, это но, да. Алис, как бы, твое полиглотство мне не перебороть. Ага. Элис, you are hot, cold drink with you will be still hot. FIFA, you are... Поехали. It's very nice to hear this word. Ой-ой-ой, меня мутит. I'm hot and pretty, it's great that you think this. На-на-на-на-на-на-на. And tongue, yeah. Ну. Tongue. Ну, ёкарный бабай. Здесь пока что посмотрели. Какая тварь меня убила. Смотри, блин. Не круто. Снова в бой, сказала Фара. Нету времени, работа, бизнес, все дела. Вай. Ой, это Call Strange, все. Я и по-русски звучит понимаю, круто. Можно говорить, да. Хорошо. Оля, more English, please. Тебя просит FIFA. Сиз. Оля gives you all hugs and kisses. She is playing. When she will have a little bit rest, when she will win, or when she will be dead, or she say something to you, really. Играть и думать, как будут слова по-английски звучать, невозможно. Да, да, да. Я и по-русски понимаю, можешь говорить. Ну, слушай, конечно, конечно, конечно. Клипарин, how contact with you? You know my address, Queen. Now send one message after you are available. Talk more. Okay. I think it's over. I promise that when messages on our BlackBet TV will be available, I'll сдохни. Tell something to you immediately. Blah. Fuck. Тебя что, XS убил вот это? Окей, FIFA, hi, my name is Ольга, I'm from Russia. Все, работай. What do you want to hear from me? What do you want to hear from Olga? Crazy, see this crazy. Нет. See, did I have you see the English and Russian languages? See, I don't know what. Вали отсюда! See that. Говнюк. Z? No, we don't have it. See that? What do you mean? Why did you go off? Just why?
I went off because there were no guys watching me. There were no guys speaking with me. And I said, okay, if there's no one, I'll go and have a rest. Eat my banana. You didn't watch how I ate banana. So it's because you weren't here. It's the answer. Check, short. Блин, я прям попала в ловушку. What do you work as? We work as shooters in Overwatch right now. Привет, девчули, как ваши дела? Наши дела. Прикольно, 11 Фома. Мы играем в Overwatch, поддержи Олю. Фома, надо, привет. Надо поддержать Олю. Давай. Так. Вот этот cold stretch. Где все мои? Я не говорит, понимаю. Говорит, English учат курсы. Ну, типа того, Фома, ты на нас подписался? У нас мы не всегда учим English. Только cold stretch возникает по поводу English. Привет. Привет, девчуля, привет, Джей Битс, как твои девихи? Рассказывай, как ты провел вчерашний вечер? Свалите отсюда! А мы тут играли в Mortal Kombat, точнее, я тут играла в Mortal Kombat на прохождение. Меня тут учили, как все сделать. Так опасно, давай. Да, все. Серия из 5 убийств, надеюсь, что... Блин! Это значит, рано порадовались просто. Не говори. Ну, была серия из 5 убийств. Может быть, мы будем лучшими? Ну, уже нет. Когда проигрываешь, мы точно не будем. Ну, точно, блин. Так обидно. Ну, вдруг они все умрут там. Оля, шутка. За какое место поддержать Олю? Ой, ну, смотря за какое ты хочешь. За какое ты хочешь? На что хватает твоей фантазии? Ну, да, давай только ты прилично ответь. Да, только да. Имей в виду, у нас бан, он... Ну, всесильный. Так, да, Джей рассказывает, что вот он. Ну, такое, вот с дачи приехал. Прикольно. А ты грибочки собирал на даче? Сейчас же говорят, грибной год. Везде растут всякие разные. Там свинушки, всякие разные? Горькушки, да. Главное, белые, чтобы они были безопасные. Ну, это да. Я не против English, я сказал, что и по-русски понимаю. А, понятно. Это типа, что если вдруг я забуду. Окей. New starts ask, can you sing? I can sing, but I have no voice, that's why I don't do this. But if Ola wins, if you give us a donut to please sing it to Ola, She will sing a song in Russian for you. With great pleasure. With great pleasure, yes. Так, я вижу тебя. За ногу сказал Cold Stretch. Тут будет танец. New Dorts says stream stopped. No, we didn't stop the stream. We are just here. No one. Меня убили опять. Я вижу. Ребят, давайте поддержите меня. Я знаю, что стараюсь, когда тебя убивают, я стараюсь тебя не акцентировать на этом внимание, типа ты все время побеждаешь. Да, тактика. Но серия из 5 убийств была. Не, растут у меня. Не растут у меня, говорит Джей Битс. Что у тебя не растет, прости? Я что-то пропустила? Грибы. Я спросила, ну что, грибочки-то грибы. Есть? Грибы. Говорит, не, они растут у меня. Ворота делаю сегодня. В следующий раз заезд для машин буду бетонировать. Слушай, какой ты хозяйственный. Да там, блин. Блин. Ни хрена себе меня такой дурой убрало. Конечно, меня убили. Это нечестно. Одна минута. Он просто сидел там в засаде и все. Угу. А что, не живота вот или так тверка? Тебе, вот тверка. Так тебе. Что ты хочешь? Что ты имеешь в виду, Cold Stretch? You speak fast in Russia? It depends on character. Ага, сейчас. Some people speak in fast way, да? Some are slowly. I'm in the middle. Because in English I speak a little bit. Slower, блин, я начинаю злиться. Оля, давай, guys, давай. Let's
Оля. Let's support Оля. Оля. Glasses in chat. Who is with Оля? Please, guys, help me. Привет все, привет красотки, пишет нам Вабат. Привет, привет. Вабат. Как твои делихи, рассказывай. Мы тут играем в Overwatch. Мы тут не то что играем, Олю. Мы мочимся просто. Мочимся, мы два раза выиграли, точнее Олька выиграла два раза. Не, мы, почему? Мы, то есть я как бы конечно. Своей энергетикой тебе ну, вот конечно. Это. Естественно, да. Оля, Оля. Ой, кнула, кто-то меня вспомнил. Оля, это Noob Darts. Мы погибли! Смотри, он прям навалился на меня, смотри. Ну какой жирный. Охота продолжается. Какой ты жирный. Ну давай, детка, чуть-чуть осталось. Я держусь за тебя. Вон там наверху какая-то мразь. Какая-то мразь. Давайте. Ребята, нам нужна ваша поддержка. Здоровье, поправила. Noob Dots, do you wanna a scene? Сдохни! Do you wanna a song from Оля in Russian? Noob Dots, are you still wanting your song? Please tell me. Please tell us. Уже нормальный он, ты про кого был стрейч? Сдохни! Оля, давай! Оля, давай! Чуть-чуть осталось! Давай, позовем здоровье! Здоровье! Ой-ой, фу, ты вот этот змей! Ни хрена себе, змеюка! Змеюка! Просто палочка какая-то, выручалочка я прошла, хотела бы знать знаешь. Русский, написано в FIFA. Did you use the Google Translator to write this message or what? Or are you kidding? On us, you. Вон один, вон я вижу, that вижу you know Russian, but you are cheating. Тара, давай, Оля, пятеру. Давай пятеру. Yeah. Давай, давай. Я хочу, чтобы это было. Народ, хочу, спасибо вам. Давайте, блин. Ну ладно, ничего страшного. Shelter. 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 Ну и ладно, что, давай. Чем ты их удивил? Покажи. Их. Ну, стрелой, раз. Хорошо, что он наш. Хорошо, ну, что наш. Ну. Ну. И. Зато там был знак кирпич. Зато там был знак кирпич, я его увидела. Ну давайте, покажите, что у нас там показателем. Ребята. Давайте, давайте, посмотрим, как ты. 15 убийств, Оля. Да я вообще, блин. 4 убийства объектов. Вообще, вообще красотка. Ну, от 8 до 15 вам. За один раз. Ну, ну что все, это? Ну, спасибо. You sing good? Ну, спасибо. New words asks you, Оля. А, спеть надо? Если ты хочешь спеть. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Чика-чика. Ту-т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 у. What did you like it, New Dorts? Оля sings good. Наш. She is a cute singer. Yes. Вообще нагнибаторша. Это про тебя, видимо. Cold Strange говорит, что ты типа такая прикольная. Нагнибаторша, простите. Нагнибаторша, да, я даже не смогла прочитать сразу. Что же это такое, а знаешь? А что же такое нагнибаторша? Я даже выговорить не смогла с первого это раза. Это песня или что, да? Это рингтон? Это наш рингтон. Авторский. Абсолютно авторский. Cold Strange, а, прости, а что такое нагнибаторша? Угу. Я не знаю такого слова. Оля скрывает секреты. Yes, Оля has some secrets. Опа, интересно. Например? Например, ну что, я знаю, что это твои секреты? Это же секрет. А что он знает, что я скрываю секреты? FIFA. Where? From where do you think that FIFA is a strange guy because he wrote in English every time and now he uses Russian. So I ask you, FIFA, do you use Google Translator or you were cheating on me and you just were speaking English instead of
Russian because you know Russian. What happens? Так он же говорил, что он хочет знать русский, нет? Ну да. Может, выучил уже? Уже застрим, наверное. А говорят, что русский, да, один из самых сложных языков. Ну, он просто очень талантливый. Видишь, как FIFA выучил. Это за несколько часов. Чего там ты говоришь? Я говорю, что доминаторша, говоря по-русски. Ну, не знаю. Может быть, я совместив. Или как там правильно говорится. What does your friend work as? She is a beautiful girl. She works as a beautiful girl on stream. So, like me. What are your questions? Переиграл мальчик в ХС, скрывает секреты. Ну, call stretch, может быть, может быть. I live nearly Russia. So you live in Finland? Where nearly Russia? Maybe in Latvia? Where do you live? Please tell me. But why don't you care about me? You know, Klipari, you... I don't want more, so... It's my game and my rules. So, I promised you that when private messages or BlackBat TV will be available, I'll contact you. But now you want some attention from me. Он попал в меня, говнюк. You can write your messages and then I will give you some attention. I don't want more. What you don't want more? Tell me, you are like a hot man. I can be afraid of you. You live in Azerbaijan, so. Ребята, все уже зарегистрировались на BlackBat TV. Слушай, ну знаешь, кто-то да, кто-то нет. Были ребята, которые сказали, слушайте, я не понимаю, у вас там все по-русски. Я говорю, там есть кнопочка, чтобы было все было на английском, да. Конечно. Но что-то как-то не знаю. But I don't understand when you write in Russian. So you understand Russian speech, but don't understand Russian words. So FIFA, tell us, where do you live? I'm really такое, interested прикинь, in it. Я из Тамбова. Why is 18 plus? It's 18 plus because we are too sexy and the guys who are younger must know that this channel is 18 plus and they can see something. Some tricky things, no, you know? Boobs? No boobs today, but no, of course we have boobs. It's my boobs, it's all a boobs, so boobs here are every day, so see it. Блин. I'll leave a mail address waiting to your mail. Просто что такое бобс? Сиськи. О, бля. Ну, хотя вообще там должно быть две буквы O, но я думаю, что он имел именно это в виду. What does boob mean? Бобс. You mean boobs or what? Or box? What do you mean? Okay, I have a phone, so I have a Google translator and translate to me and Ole. What does it mean? Boobs? I need a second. We are translating right now. Okay. Прям так, не отходя от кассы. Boobs, да. Бупс качается, пожалуйста, отвес, маятник, поплавок, шиллинг, хвост, пожалуйста, гиря, что он имел в виду? Гиря? What does бупс mean, да? Ловить угрей еще, извини меня. О, бля, ловить угрей, это точно про меня. A lot of meanings in Russian, so we don't understand what it is. In my country is site where you can buy a girl from Russia. You hear about that? No. What's your country? It's freaky, really. Здоровье. It's not cool to buy girls from any country. Like wife and husband.
No, I don't know what the country is, but if you tell me what is this country, so I never go there. Kidding. Чего? О чем ты говоришь? Он такой говорит, иду вот этот FIFA, я спрашиваю, откуда ты? А он говорит, я из той страны, где в моей стране есть сайт, где вы можете купить девушку из России. Вы слышали что-нибудь об этом? Да. Победа! Подожди, ты даже не радуешься своей победе. We are winning. Я хочу главной быть, блин. Блин, опять это Шелдерс. Да что ж такое-то? Супер Шелдерс. Короче, можно купить девушку как жену или как мужа. Я не знаю, что он имел под этим в виду, но это очень странно. Но это не про наш сайт. Could you jungle your teeth? Not today, guy. Maybe we can, but you have to donate arts and then you can see a show, but without, like, show me, nothing works. Опять я не первая. You don't want this? What I don't want? Личный рекорд зато у меня. I don't understand, Alice. You know my mail, but don't send message. Real don't understand this. Of course, I don't want to speak to you by your email. I want to speak to you on our Black Bag TV site. When the messages there will be available, I'll contact you. So, that's how it works. And you didn't give me any information about you. You said that you are from Azerbaijan. You didn't tell me how old are you. We didn't speak here mostly. So, give me some information about you. Make me fall in love with you. And then maybe I'll do something. Ого, вот это разговор у вас пошли. Ребят, и не забывайте на всякий случай подписывайтесь на наш резервный канал, потому что нас очень любят банить в это любой да. момент. Но вообще я хочу сказать, что лучше всего зарегистрироваться на BlackBet, оттуда да. нас никто не забанит. Никогда. Потому что это наш сайт. Вот так. Мало того, вы можете там еще нас добавлять друзья, общаться но с нами. Добавлять друзья могут через несколько дней, потому ну, что да, сейчас у нас да. там кнопочка Зато не работает. Зато личные сообщения вы можете нам присылать в любой момент, зарегистрируйтесь. На самом деле тоже получите... нет, это тоже сейчас не очень работает, но через несколько дней это будет работать. Потому что но купон-то вот. Бесплатный все равно получит. А купон бесплатный, это всегда два купона бесплатных, ребята. Вот так вот. И, кстати, бесплатные прогнозы на нашем сайте тоже есть. Бесплатные, но, друзья, при этом они эффективны. Эффективно, все работает. Пожалуйста, проверьте статистику. Вот. Заходите, регистрируйтесь, благодарить, как говорится, будете потом. But don't have add friend button bad side. Поехали! It will have... this friend button on our site and a button to send private messengers. We have some troubles there, but in few days they will be solved. Yes, it works like this. So you need to wait, guy. Blin. I don't like guys who don't know Blin. How to wait. So if you want me. For what do you want me? To make friends? Or maybe you like me like a girl? Or what? What are your plans about me? I need to know it. I love Russian girls, says FIFA. Thank you. So, you like Russian girls? Why you like Russian girls? Because he has a site in his country where he can buy Russian girls. I think you were kidding at us, yes? Because I don't believe that it is so. Слушай, ну мало ли что может быть. А вдруг? I want to know what country it is, because he didn't say where is he from. He says. We want to know. Yeah, we really want to know, FIFA, where are you from? Because it's near Russia, but it's not Russia. Ай-яй-яй. Не надо шалить в эфире. Хотим шалить, будем шалить. Наш эфир, наши правила. А как там шалим? Я не знаю, такой, не надо шалить, Пол Стрейч, такая учительница. Не надо шалить, меня не будут банить. Тоже мне. Ой-ой-ой. Освобождайте, посмотрите, как у меня такая победная музычка. Ай-яй. Блин. Из-под тяжка просто. Победная музычка была, и как бы...
No. Could you girls do something hot? Yes, we can. You just need to push the donation button, give us donate, and there will be a lot of hot things here. Just do it, and then you'll see some surprises. I. Russian don't like my country, I'm afraid. Why? You are from Syria or what? Where are you from? Please tell me. No, another country. What country? Please tell us. Слушай, но мы же его не убьем за то, что он назовет свою страну. Мы наоборот очень такие толерантные с тобой. Newport says that he is a Ukrainian. He guesses that he is Ukrainian. А, да? Он с Украины? Yes. Give a teaser show your butt, then I'll donate. Now, donate and we'll show something. It doesn't work like show and then I do. No, it works like do and we show. Мне кажется, он не с Украины. Он бы тогда просто на русском разговаривал. Ну да. I don't like Ukrainian. Да, он украинец. So, who are you, FIFA? We're so... Please tell us. Another nearly Ukraine. Что у нас рядом с Украиной? Литва? Латвия, Литва. Литва, Латвия. Польша, maybe. Чехия. Tell us. You could be lying. So, no, we won't lie. You could be lying. You just see, said, oh, it's cool and go away. We are very nice girls and we don't lie anytime. That's so. Hungary, Serbia, Польша. We said that it was Польша. Польша, я угадала? Yes, maybe because he said it's Польша. And a smile, I don't know. Говорят, что в Польше не любят русских. Give me a teaser, then I'll donate. $50. 50 как будто английский, это будет 15. Сейчас я посмотрю, что написано. $50. Give me a teaser. Сейчас мы посмотрим, что такое teaser. Teaser. Головоломка. Give me a teaser. Okay, what kind of teaser do you want? Мочи. Yes. Yes, what color I have my underwear. So is it a good teaser for you? Yes, Russia don't like porn. Whoa! Да ладно, Оля! Ура! Я хочу, чтобы ты была, пожалуйста, я хочу, чтобы ты была. Вот этот с яйцами, видишь, вижу яйца, да, у него вижу. Russians don't like Poland. No, it isn't true. Он говорит, что русские не любят поляков. Это неправда. Нет, а я знаю, что поляки не любят русских. Спроси. Оля said that Poland doesn't like Russia. Not Why? Russia, Poland. We like Polish people. Yes, of really. Course. Why? There is advice for us. Girls, if you don't Russians. Show anything, you won't get it. Get anything. Чего? Короче, чувак сказал, что, короче, покажите что-нибудь, я вам заплачу. Я говорю, нет, давайте сначала заплатишь, а потом мы что-нибудь покажем. А он такой говорит, ну, если вы ничего не покажете, вы вообще ничего не получите никогда. Я такая говорю, ха-ха. Очень смешно. Show something, then I'll donate 2 times. Что тебе? Хочешь, я тебе пятку покажу? Jungle your boot or show your tits. Я угадала? Что, нет, он хочет поджанглировать, а не понять, сиськи, бут, это, по-моему, уже в заднице. Или что, сейчас я посмотрю. Интернет. Окей, don't give us $5, give us $20.
and then we will do something for you. Because you tell, yeah, I donate 2 times, we can dance for you, we can sing for you. Tits are on another channel, so you, if you wanna see tits, so here we are. Go to my porno. My tits, Ola's tits, they're sitting here playing Overwatch, so what do you want? What do you want? Вообще воздушный акробат. Teaser means to show something for something more. Trust me, ladies. No. No, we don't trust you. We don't trust you, guy. You are... Думаешь, ты один такой? You think that you are the only one? No, there are a lot of guys like you who say, oh, I am so rich, I can give you this, this, show me this. И они не держат свои слова, and так so и передай. And so we say, do, and then we do, and he says, no, no, no. Бла, бла, бла. Бла, 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 buy whore, buy slut. А, а, а. Fuck off, I don't like your channel. So on, so on, so... Don't do this, blah, blah, blah. Be a real man, give a donate, and then you will see what happened. А, я тоже не люблю. Что ты не любишь? Как ты не любишь? Украинцев, да. Call straight, my country. You have to do a teaser first. No, we don't have to do anything. We are just playing here our game, our rules. So it works only like this. Ну что, Оля? Иду. Оля, Оля, Оля. Господи, сейчас начнется. Боже мой, сейчас начнется. Я не хочу, не хочу. Разминочка. Разминочка. Кошмар, разминочка. Все тут бегают, господи. Ты что стреляешь? Нормальный? Это наш. Ну, разминочка. Что разминочка? Это он подумал, попаду в своего или нет? Потому что он учится. Видишь, я тоже стрельнула. Капец. Ну, там вон, чужой. Чужой, чужой. Чужие губы меня ласкают. Чужие губы шепчут тебе, что ты одна такая. А ты вообще какую музыку любишь, Алис? Ой, ну я разную всякую люблю. Всякую разную? Всякую, например. Разную. Ой, ну я люблю Hurts. Ну ты такой меломан или ты больше такой... там по классике, не знаю, рок? Не, я не по классике, я засыпаю под классику, мне уже стыдно это признавать, но я вот как-то вот, если мне надо поспать, я вот включаю классику. Ну, тоже хорошее дело. Хорошее дело, да. Guys, what music do you prefer? Ребята, какая вам нравится музыка? Мы тут сколько затеяли. Да, а тебе тут... какая? Расскажи. Мне, я меломан вообще полнейший. А у меня, знаешь, в моем плейлисте реально вот от попсы до колбасы, как говорится. Ну, как говорится, да. У меня есть все, и классика, так даже и детские песни есть. Есть просто какие-то хотят, и танцевальненькие, и рок-н-ролл, не знаю, и этот самый R&B, в общем, короче, все, что только можно, есть у меня в плейлисте. Понятно. И мой плейлист, знаешь, всегда он на вечеринках очень канает, потому что у людей разные предпочтения, а ты как бы всем угождаешь. Время от времени, песня от песни. Да-да-да, потому что там всегда есть пацаны такие, блин, фу, за говно, а что за говно, а все такие, ааа, да, клевая да, песня, да. Ну ладно, подожду, следующий тоже, наверное, будет крутая. Да. I would have nailed, what do you mean by this word, from German. Кто from German? Типа? No, или короче, он, Paul Strach. Я не понимаю, у них там свой диалог какой-то непонятный. Мальчики, да у вас своя там беседа. Да, from German, что-то они там... говорят, кто-то любит, ну вот эта вот тема, кто любит, кто не любит. Ребята, I ask you любит, кто-то врет. Или musical prefers. Оля likes everything. I am a manimal, можно так сказать? Manimal. Music lover, не знаю. Оля is total music lover. So, what about you? Please tell us. And don't forget to follow us on our Twitch channel, on our Facebook, on our Instagram. Black Bat TV. Yay!
here. Смотри, я сейчас ножками сделаю как Шарлстон, вот так. Ну-ну-ну, давай. О, если я слышу хруст твоих костей. Я сейчас ножками... Моих суставов. Да-да-да, суставы. Сейчас будет Шарлстон. Сейчас будет Шарлстон. Давай одновременно, давай. Давай. И поехали. Оп. Па, и давай в обратную сторону, развлекаемся. Давай, и... давай, полное развлечение. И опа, вообще красотки. Пара-пам. Пара-па-па-па. Did you see it? What do you think about this? Don't be shy, please tell us something. So, there is no one in our black bed chat. Why are you so silent, guys? We are singing, we are... Народ! So... Народ! Ребята, как вы вообще относитесь к игре Overwatch? Вам нравится? Overwatch. Мне очень нравится, вообще кайфовая. Да, очень нравится. Мне тоже нравится, но не так сильно, как тебе, потому что меня все-таки укачивает. Я, знаешь, я чувствую себя, как будто бы я играю в страйкбол. Играла к нам в страйкбол? Нет. А я играла, это когда ты надеваешь... форму военную, бегаешь, ну, камуфляжную, бегаешь по закрытой части, у тебя в руке автомат с краской? Этими самыми, не, с краской это пинбол, а у тебя шарики такие, они металлические, и ты, короче, рубишь друг друга, вот там реально, знаешь, такие заброшенные дома, здесь красивые, а там прям заброшенные, и ты вот прячешься тоже, ждешь, я помню, я спряталась под лестницей и слушала шаги, просто очень страхово было, как будто бы реально на войне на какой-нибудь. Слушай, надо Cold Stretch к нам. К нам присоединился, сказал, что уже давно играет в него, про Overwatch, только на PC, как говорится. Вот. What is the story with your pink hair, Alice? The story is very easy. I was a blondie, and then I wanted to have some new things in my life. And I dyed them, and now I have pink hair. That's all. Скажи, часто к тебе люди на улице подходят? Частенько, да. Ну, обычно нет, обычно просто смотрят вот. Ну, либо так обычно у бабушки, либо, слушай, либо парни. А я на самом деле пришла к выводу, что чем больше город, тем чаще, знаешь, людям пофиг. Ну, это да, да. Реально пофиг. Если бы я хоть была... ты голый там зайдешь куда-нибудь в общественное место. Да, наверное. Your socks are red. Это вот про тебя. Да. Yes. When do we... как будет подушка, напомни мне. Чего? Подушка. О, не знаю. Подушка чего? Короче, у меня красные носки, красная подушка, красная помада. I'm a woman in red. Ola is a woman in red. She has red chair, red socks, red lips. So... And I am in contrast today, because it's orange, it's pink. Тебе надо было розовую подушку взять. Ну, знаешь, я сливаюсь на ней. Думаешь? Я так, знаешь, такая вся, розовое пятно такое, распласталось. Ну чё, ребята? Че вы молчите? Че, молчат? Молчат. Ну, ёшкирные. Сами с собой там. Ну, как, че бы еще там про город? Вот а этот, кто играет в Overwatch сейчас? Кто играет? Overwatch прямо сейчас, ну, он сказал, не сейчас играет, он, типа, играет на компьютере Cold Strange. Блин, так давай сыграем. А ты знаешь, как это вообще работает с командой? Там уже непонятный набор, то есть там ты заходишь, и тебе ну, главное... Ну, я знаю, но пускай он зайдет, а вдруг его назначат ко мне в команду. Ну, не знаю, не знаю. А вдруг? Судьба, она такая, знаешь так ли. Так что, ваши друзья ничего на английском языке не говорят, пишет нам FIFA? Ну, что-то не очень. А FIFA опять на русском пишет? Да, FIFA, you're cheating on us, you understand Russian. Не, ну если он с Польши, то, ну, вполне наверное, возможно, да. Что он знает русский. Так, ты мне скажи, FIFA, так реально как вообще к русскому-то относится в Польше? Я тебе отвечаю, у меня вот сколько друзей не ездило в Польшу, они возвращаются и говорят, Оль, ну вообще кошмар, нас там чуть ли не избили. Да ладно. А вот я когда была в Польше, у меня нормально все было. Ну не знаю, может
твои друзья были какие-то агрессивные? Ну, я ее тоже спрашиваю, говорю, вы себе нормально? Хоть виленки, да, да, просто как только они слышали русский язык, все, знаешь, как бык на тряпку на красную. Leave. Your camera is far too bad. What do you mean by this? Far is you don't see us? I think it isn't like я this. Не заметила тебя, говнюк. Ну что, Оля, я тут доболею за тебя. А? О, тебя убили. Я хочу доболеть за тебя до победы, киса. Болеть до моей победы? Да, да, ну, вот, конечно, как-то ребята неактивные. Я вот уже думаю, что, может быть, я домой пойду. Все такие, да, с кишей. У меня было вот эти 2 часа английского языка, когда активизировались ребята. А сейчас что-то они тоже ушли, guys. I want to go home, because you are not active. Нет. Нет. Нет, это ты из-за меня кричишь? Нет. Да. Ну, Оля, ну что поделать? Вот ты оставишь меня одну. Такие активные, такие думают, ну, что она уйдет, может быть, ты это, я такая, ну, наверное. Что с вами сидеть и делать? Ты же не кинешь меня одну. Нет, или кинешь? Слушай, нет, знаешь, что я сейчас делаю? Я сейчас, наверное, пойду посмотрю. Что с Олей? С Олей ничего, она играет, и она расстроилась из-за того, что я хочу уходить, потому что вы не хотите, чтобы я осталась. Ну, точнее, не может быть, кто-то из вас и хочет, но у вас сколько там человек? Я пойду сейчас посмотрю, сколько смотрят, и скажу тебе. Давай. А то что-то вы такие неактивные просто. Давай, интересно, может быть, они смотрят, знаешь, не общаются, а наблюдают. Ну, не знаю, ребят, не знаю. Ну, где же вы? А-а-а! Вот почему они все меня убивают? Неужели некого больше другого убивать? Засранцы. Снова в бой, снова в бой. Так, что-то мне уже прям страшно даже. Я вас вижу. Не думайте, что я вас не вижу. Ну что, ребята, 11 человек. Сколько? 11. Прикинь. Ну, ребят, вы что такие неактивные-то? Неактивные. Все. А, я знаю, 13, сегодня что? Смотри, 13. Что, сегодня воскресенье? Да, думаешь, сегодня воскресенье, тусят? Конечно. И вчера, думаешь, тоже все тусили? Ну, думаю, да. А то я такая спрошу, ребята, что вы, они только, знаешь, ай, они только на фифе активизировались. Кстати, у нас, знаете, была какая тема? Вчера я играла в фифу на деньги. Прикиньте, если бы я проиграла, я бы заплатила Веденееву Антохе 100 рублей. Прикиньте. Серьезно? Кому, да, бы ты заплатила? Антону Веденееву, он наш постоянный этот плеер в фифу. Ага, и? И что? Ничего. Не заплатила, выиграла? Да, ну смотри, не знаешь, а он тебе заплатил? Нет, он не должен был мне платить, мы просто решили, типа, такое. А ну-ка, давай мы... Серьезно? Да, ну мы сидели с Аней, такие думали, ну чё, нам там скинули кто-то там донатик, мы из него решили, ну давайте, типа, чтобы повеселее было. Mm-hmm. Азарта добавить. Прикинь, mm-hmm, играла я, и я сыграла 0. Первый был матч 2-2, mm-hmm, потом что-то 0-0. Ага. А потом я выиграла 5-0. 5-0? Ни хрена себе. Да, ни хрена. Вот ты крутая. Я тоже так думаю, что я крутая. Крутая, крутая. Ну, слушай, киса, я пойду тебя тогда оставлю. Будешь играть тут? Ну да, я вот эту игру доиграю. Вот эту игру доиграешь? Ага. Пойду провожу тебя. Ладно, хорошо. А потом, может быть... Сыграешь что-то одна во что-нибудь другое. В Mortal Kombat, например, не знаю, в танки. Ребят, во что сыграть дальше? Ребята, давайте проголосуем. Привет. О, Ильюша, привет тебе. Как твои дела? Давно тебя не было. О, Оля выиграла. Победа. Оля выиграла. И на этой ноте. Смотри, я надеюсь, что вдруг... Я хочу, чтобы была ты, пожалуйста. Хочу ты. Флюиды, флюиды. Оля лучшая.
Нет. Ну не дано мне сегодня. Ну ладно, я думаю, потом это может случиться. Илюха, ну смотри. Ну что, я думаю, выходим, да, из Overwatch'а? Да, думаю, да. Народ, во что сыграть следующее? Подскажите. Скажите, во что? Давайте игр. Проголосуем. Ну, короче, ладно, давай потом. Пусть ну, давай, будет я пойду тебя провожу тогда. Все, да. Да. Да, давай, все, Илюха, спасибо, что ты активизировался. Ребят, но это было поздно, я ухожу домой. Зато я остаюсь, поэтому да. Не уходите никуда. Все, пока-пока. Пойдем, я провожу тебя, милая. Ить. А то потеряю.